Получается полька, да? А як вот два кроки? Так вот, просто два кроки? Подождите, я сейчас... Да-да, начинай сначала, я успею. Суббота, да? Дуже хороший танец. Мы все время везде здесь танцевали. Его в Минске не танцуют, в Минской области. Это только у нас, в Витебской области, это танец. Танцуют. И то не везде, в Рассонском районе. И вот я играю этот танец. Передали, у нас тут был, значит... Миша играл, я думаю. Да. Миша его не играл, а играли у Путища его. А, с Дмитра. Да, его играли. И я перенял его. Перенял от Коли. Коля, значит, я от Коли перенял я этот танец. Это хороший. Его записывали, Сероку приезжал сюда, записывали. Они хотели, значит, там еще организовать в Витебске. Ну, Коробейники, вы же, наверное, знаете. Ну, покажите. А на Реченьку, да, можно. Все, что ведаете, показывает. Покажу вам, не докучим. Я не знаю, что вы, по Надя, мы бы все показали. Я не знаю, как это... Ну, я ж не знаю, что... А Вера, у нас есть телефон. Yeah.
Не замарили на вас, може, сьогодні посидіти? А, нічого, вспомнив, ну так, так, не треба. Штани умерли. На скрипку, так. Да. А на бубни хто грав? І на бубен, бубен. На бубни батька його не хорошо бив. Папа, він у мене і бубни, вони тепер ляжуть. А можете показати? Бубен? Ну. Давай, Надя, дайте його. Я ж не знаю, де його.